Сыграв удачную сессию в плей-офф, Флоренция отправляется в Кремону, где их ждет Кремонеза. Первый матч между данными командами закончился победой Фиорентины. Но победа была достаточно сложной и затратила много сил. Эта игра не будет отличаться легкостью и простотой, потому что Кремонеза из каждой игры пытается выжимать максимум. Да, не всегда это получается, но команда Бенаси и Афиньяна на зубах и на характере, оставляя тонны килокалорий на поле, пытается сохранить прописку в элитном итальянском дивизионе. Фиорентина, несмотря на то, что выглядит достаточно сильно в этой части сезона, именно во второй, имея хорошую серию из побед, придется выгрызать и грызться за каждое очко в этом матче. Да, команда умеет напрягать и закрывать вот таких соперников, как Кремонеза, Йобич, Кабраль, Гонсалес. Это малая часть игроков, которые могут реально навредить сопернику, могут реально заставить его плясать под свою дудку, но иногда вот эти все усилия, они в пустоту. Поэтому, даже несмотря на то, что Фиорентина фаворит, Фиорентина будет много бить, Фиорентина будет менять план игры по ходу, и Винченцо Итальяно умело владеет данным искусством, я считаю, что угловые 5,5 больше наиболее подходящий вариант на этот матч. На этом все. На следующей неделе будем разговаривать о турецком футболе. Всех с воскресеньем и готовимся к рабочей неделе. Пока!